Приветствую вас. Я думаю, что если говорить о непосредственно мнении, Алексей, если говорить непосредственно о мнении, то есть вот какое мнение может быть по этой ситуации? Я бы сказал так, что вы не доверяете своим чувствам. Вы не доверяете себе, вы не доверяете сами тому, что чувствуете, тому, что ощущаете. Вы не доверяете себе. Вот. К сожалению, большому. Моему, к большому сожалению, вы не доверяете своим эмоциям, вот, по большому счету, как мне кажется, несколько отказываетесь признавать какие-то довольно очевидные моменты, связанные, например, с тем, что девушка вас использует. Вот. Либо у нее проблемы, да, то есть она цепляется за того, кто приносит ей боль, и она мазохист. Вот. Либо она просто вас использует. Но вы позволяете это делать, и вот вы чувствуете, да, что что-то не так, вы чувствуете подвешенное состояние, потому что зависимы от нее, но ничего не делаете. То есть как бы не позволяете своим чувствам вас направлять. Вот. Конечно, у этого есть причины свои, например, есть причины, желание построить отношения, нежелание быть одному, допустим. Вот, ну и, вероятно, заниженная самооценка, потому что вы вот, постоянно сравниваете. Сравниваете себя с ее мужчиной. То есть, как бы говорить, что вот я делал то, чего не делал он. Вот. То есть, ну, это вот идет какое-то такое постоянное сравнивание. К сожалению. Ну, сравнивание ни к чему хорошему не приведет вас, потому что вы – это вы, а ее парень – это ее парень, и как бы вывозить только за счет того, что вы для нее делаете, вы для нее делаете то, чего не делал больше никто, да, вот, или вводит за счет того, что вы делали для нее то, чего предыдущий мужчина не делал. Ну, это путь, это путь в никуда, вот, к сожалению, путь в никуда, потому что это постоянно сравнивание, постоянно
постоянно их сравнивают другими, ну, постоянно сравнивали с другими людьми, и некая такая обесценка себя. Вот, скажем так. Что является, конечно, на мой взгляд, проблемой для вас. В первую очередь, вот. Ну, в принципе, это, наверное, все, что можно сказать вам. То есть это вот, если мы говорим именно про мнение. То есть тут вся вот как раз проблема в том, что вы хотите именно мнение. Вот. Здесь вся трудность в том, что вы хотите мнение. То есть не решить проблему свою, а именно мне хотите. И как бы, ну, через такой подход, опять, да, через такой подход тяжело будет вам добиться каких-то изменений. То есть определиться нужно с тем, что представляет из себя девушка для вас. Определиться нужно с тем, что значит девушка для вас. Какое ее значение для вас? Вы сказали, что помогали ей просто так. Позвольте усомниться в том, что вы говорите. Позвольте усомниться в том, что вы помогали ей просто так, потому что вы в некотором смысле сейчас считаетесь, да, то есть вы говорите, что вот, я для нее очень много делал, она меня не ценит. Вот. И это действительно правда, она действительно вас не ценит. Вот. Это действительно верно. Она действительно вас не ценит вас. Вот. И, на мой взгляд, вот очень важно, чтобы вы работали над своей самооценкой, чтобы вы демонстрировали девушке, что вот с вами так нельзя. Вот, вместо этого вы видите, вы ставите, ну, условия, большому счету, то есть ультиматум. Вот, ну, может быть, даже торопитесь. Вот. И это, на самом деле, достаточно существенная проблема. Девочка не забыла своего молодого человека еще. Она его помнит. Она его
по-видимому, будет помнить еще какое-то время. Вот. И поэтому вам пока что ничего такого вот равноценного не светит. Вот. Подвешенное состояние связано именно с тем, что вы не доверяете сами себе и с этим, вот, собственно, с тем, что вы не доверяете сами себе, на мой взгляд, нужно работать. Со значением девушки для вас нужно работать. С тем, как вы позиционируете себя в отношениях, нужно работать, потому что, извините, как бы, да, но вы себя очень сильно вот принижаете через, ну, через такое поведение, через такую модель мужского поведения своего. Вот. И это недопустимо. Это недопустимо. А вот. Корректируется ли это, да? Корректируется при, ну, ну, при наличии у вас, например, желание. Это корректируется. Вот. Ну, в принципе, все. То, что девушка-психолог по образованию, ну, это... скорее является таким отягчающим, я бы сказал, обстоятельством, потому что, ну, как бы при условии, что она психолог, да, она не может или не хочет разрешить свои проблемы. Вот, она этого не делает. И как бы, ну, вряд ли ее это в какой-то степени красит. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, опираясь на ваш, ну, на ваш текст, да, опираясь на то, что вы написали. Я надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вам, я дал вам, надеюсь, пищу для размышления. Вот. Надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы. Вот. Надеюсь, что рассмотрите для себя какие-то иные варианты решения проблем, с которыми вы столкнулись сейчас. Вот. И, соответственно, решите, что делать дальше. Вот. На этом все. Я вам
могу пожелать всего доброго, удачи